Всем привет, мои друзья! Ну что, это у меня уже майский выпуск калейдоскопа. Тут будут разные мелкие видео за май месяц. Сейчас мы с внуком катаемся на таких вот детских карусельках. Мы пришли в Центральный парк. Здесь много аттракционов, но я все показывать не буду. Вот так вот покатались и хватит. Погода хорошая, настроение тоже. А здесь мы в другой день уже вот пришли на реку Яуза посмотреть уточек. Здесь очень много уточек, они даже зимой здесь живут. Не улетают местные. Мы пришли их покормить. Так вот, внучок отщипывает хлебушек и кидает. Опа! Опа! А там уточки, они боятся нас. И сам покушает хлебушек. А вот смотри, уточки, вот они, смотри, вот они. Меряем туфельки, кроссовочки выбираем внуку. Давай, это уже третий магазин, кстати. Никак не подберем. Вставляйте немножко. Нашла нога? Так, второй. Симпатичный. Вот эти черные мы купили. Давай, мой хороший. Они вроде хорошо смотрятся на ножке. Мне кажется, это красивее, да? Красивее, да. Сейчас походим. Какие-то. 2000 стоят. Видишь, как мы пропускаем визуально. Давай, походим. Бабушки, старушки, танцы. Макдональдс у нас не работает. Закрыт. Хожу по магазину. Это у нас большой магазин. Называется «Твой дом». Вот здесь такие раки. Что-то мне их жалко даже. Бедненькие. Там вверх ногами лежат, наверное, мертвые. Сейчас я стою на пересечении улицы Борисовка и улицы Мира. Здесь стоит такой вот памятник самовару. Видите, самовар и сверху чайник-заварник. Напротив торгового центра «Июнь». Летом там из краника водичка течет постоянно в кружечку. Отсюда не видать, но бежит водичка. Такой интересный самовар, это прямо на въезде в город Мытищи. Здесь круговое движение. А это тоже круговое движение, улица Мира с улицы Юбилейной. Вот эта улица Юбилейная туда вперед. Это моя улица, где я живу. А вот этот интересный памятник, который мелькнул, это памятник водопроводу. Первому водопроводу в Мытище.
И отсюда питалась Москва водой. Так, кто там говорил, что у нас нет унитазов? Видит целый ряд. Так что по заказу украинских трудящихся показываю. 29, это, наверное, премиум класс. 21, это все по ниспадающей. 20, 16, 15, 12. Все дешевле, дешевле. Так, вот. Биде и писсуар. Чтоб тоже не говорили, что у нас нету. Даже черный есть, если кого интересует. Дорогой, 29, 25, 21, 18. В общем, заказывайте. Что вам еще показать? Чего вы считаете, что у нас нету? 13, 11, 12, 10. Разный дизайн. Под разную попу. Садитесь, меряйте. 8, 7. 7, 5, 5, 7, 4, бюджетные 4 900, 5. Вот так вот. Что вы хотите, чтобы я вам еще показала? Ну, просто так. Просто мне понравился этот фонтанчик. От инжерея разные цветочки. Красивый фонтан. Они тоже продаются, эти фонтаны. Я тут хожу по магазину, выбираю то, что еще не докуплено в мою квартиру. Ищу. В общем, устала ходить тут по этажам. Решила немножко посидеть, отдохнуть вот в таком уютном уголке. Здорово. Где-то на даче вот так посидеть в тенечке. С удовольствием. А вот какой стол. Представьте, почти миллион. Шикарный. Я его еще заприметила в самый первый приезд в Мытище. Когда пришла в этот магазин. Вот. И он, этот стол до сих пор так и стоит. Ну, вообще, когда-нибудь его, наверное, купят. Такой расписной, с райскими птицами, с цветами, фруктами. Пипец, какая цена. Огурчики, помидорчики уже цветут. И там что-то, там перец я вижу, и помидоры, ну, более низкорослые, наверное, черри. Вот такие молодцы. Купила плов у таджиков, вот так упаковали мне в алюминиевую фольгу, чтобы не остыло. Горячее все. Даже ложку положили. Так. Так. Мясо такое сильно зажаренное. Так, яйцо. А вот это что такое? Не знаю. Тыква? Ну ладно, попробуем. Я думаю, что они умеют плов готовить. Улитка. Холодная, замерзла. Ну вот уже головку вытащила. А то, что была спрятанная. Иду пешком. Решила пройти тут некоторый участок все-таки пешком через этот мост. Внизу идет электричка на станцию Мытище. Вот. Я здесь в основном езжу на автобусе, а тут решила пройтись.
Вот. Здесь можете посмотреть, что почем, какой бензин у нас в Мытище. Пожалуйста, смотрите. Я не автомобилист, и, в принципе, не знаю, дорого или нет, подорожало или подешевело. В общем, смотрите сами. У вас почем бензин? Тоже так же, нет? Или дорого?